Попов Александр Федорович родился 27 сентября 1916 года в селе Верхняя Тойма. Окончил Архангельский техникум связи. С 1937 года по 1963 год служил в армии. Участник боев Советско-финской войны с 1939 года по 1940. В 1941 году окончил Харьковскую авиационную школу стрелков-бомбардиров. В годы Великой Отечественной войны гвардии капитан, штурман эскадрильи бомбардировщиков. Совершил 236 боевых вылетов, из них 215 ночью, на бомбардировку важных военно-промышленных объектов в тылу противника. В 1952 году окончил военно-воздушную академию. За успешное освоение и использование новой техники в мирное время награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени и множеством медалей. С 1963 года Александр Федорович в запасе. Жил и работал в городе Жуковском Московской области. На здании Архангельского колледжа телекоммуникаций в честь героя установлена мемориальная доска. Звание Героя Советского Союза Александру Федоровичу присвоено 15 мая 1946 года.